Хасан Галямов – один из лидеров детской дворовой команды «Союз». В хоккее 6 лет. В районном турнире забил несколько шайб. В матче за первое место юные спортсмены встретились со сверстниками из команды «Дубрава» и победили 3-1. Мне больше запомнилась последняя игра, потому что после игры мы получили море эмоций и первое место. Мне нравится с сильными командами играть, потому что сильные команды, ну, ты учишься и намного лучше становишься как игрок. В преддверии всероссийского турнира «Золотая шайба» администрация промышленного района при поддержке Федерации хоккея «Самары» провела отборочные соревнования. На лед вышли 12- и 14-летние хоккеисты. За путевки на городские соревнования сражались 8 команд. Очень мощная энергетика, ребята молодцы. Хочется даже выскочить, поддержать их самому на лед. Абсолютно позитивно было. Болельщики, сами ребята, настрой был абсолютно такой мощный, скажем так. За средний возраст играли 3 команды. Бронза досталась Нове, серебро у Медведей, чемпионы районного турнира Дубрава. У старших ребят борьба получилась бескомпромиссной. Кто займет места со 2 по 5, решало количество забитых и пропущенных шайб. Команды набрали одинаковое количество очков. В итоге 3-е место у Ракеты, 2-е у Дубравы. Золотой Союз выиграл все 4 матча турнира. Это неудивительно, они 2 года подряд серебряные призеры золотой шайбы городского уровня. Как вот только появилась золотая шайба, это буквально там 5 или 6 лет назад, как стал вот, как взрыв такой произошел, и мальчишки и девчонки уже полюбили хоккей, и сегодня много команд, которые играют в золотой шайбе. Мальчишкам из дворовых команд профессиональная карьера хоккеиста только снится. Однако, когда они вырастут, шансы остаться в игре у них есть. В Самаре проходит первенство города среди взрослых. Любительская лига насчитывает более 50 команд. Если мы говорим о чисто любительском хоккее, то это, конечно, надо идти смотреть дивизион С, Д. Хотя мастерство, конечно, очень сильно прибавилось. А если мы хотим полупрофессиональный хоккей смотреть, то это дивизион А, дивизион Б. Это уже показывает такой хоккей, который всегда был присущ еще и городу Куйбышеву на уровне любителей, но бывших мастеров. В общем, красиво. В промышленном районе Самары продолжают развивать детский и молодежный хоккей. Команды победителей в этом турнире получили новую форму. А в новом году в 4 школах построят хоккейные площадки. Там появятся команды, которые станут постоянными участниками турнира «Золотая шайба». Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.